Даже если кто-то из жителей Черкесска и не знал о том, что в этот день выпускники прощаются со школой, весть об этом пролетела через весь город. Вернее, проехала на празднично украшенных троллейбусах с самими виновниками торжества внутри. Такому кортежу может позавидовать даже самая элитная свадьба. На остановках к вчерашним 11-классникам присоединяются их сверстники из других школ. Нарядные, красивые и взрослые. Они же только еще дети заглядывают в окна троллейбуса, как будто из прошлого. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. За улыбками в такой день, безусловно, скрывается и приятное волнение, как выпускников, так и их родителей. Масса волнений, дети тоже, вижу, волнуются. Ну а детям хочу пожелать, чтобы всегда по жизни оставались именно людьми. Не теряли доброту, веру в людей, веру в доброту. Удачи им в поступлении. Пусть в жизни всегда у них будет зеленый свет. А вот на каком пути загорится этот зеленый свет, вчерашние 11-классники уже определились. Позади последний звонок, выпускные экзамены, впереди вступительные для будущих студентов. Я хотела бы стать врачом. Хочу уехать, выучиться и приехать назад, чтобы лечить людей. Юристом? Мне нравится экономика, но я увлекаюсь этим, поэтому, исходя из этого, я решила выбрать эту профессию. На главную площадь республиканской столицы выходят юные барабанщицы, выстраиваются почетным караулом, и по красной ковровой дорожке более 400 вчерашних школьников вступили в начало новой, взрослой жизни. К ним уже на равных обращаются с поздравлениями и пожеланиями руководители города, республики и страны. Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники. Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам! Будьте успешными и счастливыми! Я верю, что вы станете достойными представителями своего поколения, своих семей, гордостью своих родителей и не подведете, конечно же, своих учителей. С праздником вас! Многие из вас пойдут учиться в другие города нашей прекрасной Родины России. Помните, где бы вы ни учились, в Черкесске вас любят, в Черкесске вас ждут. Удачи вам во взрослой жизни! Ну а те, кто живет еще детской жизнью, тоже дали выпускникам свои мудрые советы и напутствия. Выпускной вальс в исполнении виновников торжества под открытым небом сменился яркой концертной программой на сцене. Праздничное настроение дарили и местные творческие коллективы, и профессиональные артисты из Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Нальчика, а также бывшие наставники. Коллектив директоров городских школ подготовили для своих теперь уже бывших подопечных веселое самодеятельное выступление. Привет, выпускники! Примите поздравления! Сегодня праздник! Сегодня день веселья, тусовкой массовой, порадуем мы вас. Ох и не слабо, придется вам сейчас. Действительно, не слабое всеобщее веселье царило на главной площади Черкесска. И даже начавшийся было проливной дождь не смог испортить этот праздник молодости. У организаторов и этот случай был предусмотрен. Однако розданные выпускникам плащи недолго скрывали их красивые наряды. Своими зажигательными танцами они легко разогнали тучи и продолжили веселиться.
дискотека продолжалась до 11 часов. И вот она, кульминация городского выпускного бала. Праздничный фейерверк. Селфи на память, объятия, улыбки и слезы. Каждого в этот момент одолевали настолько смешанные чувства, что достаточно трудно выразить эти эмоции обычными словами. И рад, и расстроен, что начнется новая жизнь, новые знакомства, новые друзья. Но я не могу уходить от тех людей, с которыми я проучился 11 лет. Ведь правда, они мне стали больше, чем друзья. Это мои родные люди, мои братья и сестры. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.